Всем привет! С вами снова Макс Дай 7, и давненько у меня не выходило роликов. Итак, объяснить это достаточно просто. Дело в том, что особо как бы и нечем снимать. Появились либо какие-то кликерки, либо что-то откровенно лезущее куда-то очень глубоко и не особо интересное. Поэтому что? Правильно, сейчас мы снимем ролик о максимальнейшей пирамиде, но в которой у вас действительно есть шанс заработать хорошие деньги. Все плюсы и минусы я скажу в этом ролике. И стоит ли его дальше смотреть или нет, решайте сами. Итак, начнем с того, что это Mobility Share. Ничем особенным это не выделяется, за исключением того, что этот разработчик уже держал один похожий проект в течение где-то 5-6 месяцев, на котором многие заработали. Соответственно, еще больше потеряли, но опять же, чем быстрее заходишь в пирамиду, тем меньше шансов того, что ты потеряешь там все деньги, потому что можешь успеть вывести, скажем так, все, что ты вложил. Итак, начнем со старта. Вам нужно зарегистрироваться на этом сайте, вы можете сделать это как по моей реферальной ссылке, которую я где-нибудь снизу оставлю, либо в комментариях, либо в описании, так и просто чисто по ссылке самого, соответственно, сайта. То есть никто вам не запрещает, можете просто вот так вот ввести и попасть на главную страницу сайта. После того, как вы зарегистрировались, вам нужно нажать профиль и recharge. Здесь вы получаете адрес USDT TRC20, ваш персональный, на который вы можете скидывать, соответственно, денежку в этой сети. Копируем адрес, идем на внешний там кошелек, источник, биржу, куда угодно, и отправляем сюда денежку. Инвестиции на данный момент здесь имеют смысл от $20 и до, ну, в зависимости от того, сколько вы располагаете. Здесь всего 10 видов машин, но при этом доступен из них только первый. Второй был доступен ограниченное время, но, думаю, довольно скоро его введут. Так вот, первый стоит как раз-таки $20, поэтому это ваша минималка. После того, как вы все это ввели, вы идете сюда, нажимаете Buy Car и просто покупаете машину, соответственно, за 20 USDT. На этом все. Пока что двухзвездочную вы купить не можете, хотя вот по этой акции было можно. Я успел урвать. Идем дальше. Здесь есть Free Trial. Ну, это такой микробонусик, я бы сказал. Просто бесплатная машинка на несколько дней, которая приносит вам, ну, какие-то сущие копейки. Также у вас есть еще Колесо Фортуны. Я его один раз покрутил благодаря одному моему единственному рефералу. И вы можете посмотреть, соответственно, как оно получается. То есть, если вы приводите реферала, который покупает что-либо, то вы получаете Колесо Фортуны. Вы можете его покрутить и выбить здесь от, соответственно, 2 USDT, да, до максимально, сколько у нас здесь, 180. Ну, я, естественно, выбил 2. Тут как бы мои полномочия все окончены. Ну, после того, как вы закупили машинку, вы идете сюда, и у вас вот здесь будут машины. Там будет у вас либо продать, либо сдать в аренду. Продать вы ее можете на маркете, но пока что никто у вас их покупать не будет, потому что, как видите, минимальная цена 21, и человеку незачем абсолютно покупать у вас машину за 21, если он может зайти сюда и купить ее за 20. Если же вы будете продавать ее там за 19-20, то, да, вполне возможно у вас получится. Ну, а так вам нужно будет отправить ее в работу. Здесь будет две кнопки. Левую вам нужно нажать, пройдет одна минутка. После того, как пройдет одна минутка, вы нажмете «Получить», да, и вот у вас останется такая вот, ну, я сегодня уже собирал просто, да. После того, как вы насобираете какую-то сумму, которая вас интересует, вы нажимаете вот сюда «Виндравл». Далее вы можете указать кошелек, на который вы хотите вывести. Допустим, это вот мой кошелек, да. И у меня почему-то не работает Ctrl-C, Ctrl-V. По какой причине, я не знаю. Сейчас мы попробуем по-другому. Если вот так вот, тоже не вставляется. Очень интересно. Ага, потому что сразу нужно... Я ни разу не выводил. Ну, как видите, честно могу показать свои транзакции, потому что сразу нужно подтвердить один единственный адрес. Это для того делается, чтобы вы... Ну, как бы вам сказали. Короче, если вы начнете с кучи аккаунтов, то есть заведете один, потом под него второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый, и начнете все это выводить на один адрес, то вас достаточно быстренько забанят, потому что ботов не любят даже в пирамидах. Ну, это факт. После того, как адрес у нас подтвержден, вы можете выбрать количество, сумму на вывод. Вот у меня это на данный момент 45
400. Соответственно, дальше у нас Google Verification код и примечание. Примечание нам абсолютно не нужно, поэтому теперь мы можем просто взять Google Verification код, ввести, нажать «Подтвердить». Вывод осуществляется с 20 по 24 PM по UTC. Говорю теперь по-русски. А с 15 до 19 по МСК. То есть по московскому времени у нас с 3 часов дня до 7 часов вечера осуществляется вывод. А спросите меня, почему так? Ну, очевидно, потому что вывод не автоматический, а делается конкретным человеком. Поэтому, ну, как бы очевидно то, что они хотят обезопасить себя от постоянного спама, что я заказал вывод, а мне деньги идут типа 10 часов, а мне деньги идут там типа 15 часов, а все потому, что человек все это время спит, так, у него конкретно есть время, когда он должен совершать все выводы, и конкретное время, когда ему не приходится париться о ниже. Ну и идем по стандартному дальше. Дальше у нас стандартное приглашение, это вот реферальная ссылка ваша, можете скопировать, куда угодно ее вставить. Далее у вас идут уровни VIP-ов, которые у вас есть, да, то есть изначально у вас будет меньше уровень VIP, и чем больше пользователей вы будете приглашать, тем, соответственно, больше у вас, больше у вас будет уровень этого VIP-а. Пока что оставили вот только такой, но вот недавно было еще несколько. Посмотрим, что будет дальше. Здесь у нас идут правила, которые, как обычно, никому не интересны. И вот, соответственно, вознаграждение. Вы можете посмотреть, сколько я заработал от рефералов. Вот столько приносит реферал, у которого на счету 500 непосредственно долларов. Да? Тот 1 доллар был, человек задонатил. И вот сколько он уже вывел. 108 долларов он уже успел вывести. Далее у нас, соответственно, идут какие-то вот транзакции, которые нам показывают конкретно наших рефералов, то есть каждая реферальная ревард и потом изменение нашей суммы. И также вот мы сейчас смотрим на вывод. Как вы видите, я вот пополнился на 120, да, потом у меня, к сожалению, здесь не показывается, что я купил вот этот набор, потому что он, видите, истек, но ничего страшного, поправят. Потом, соответственно, я купил вот этот набор, получил двухзвездочную машину. Потом я купил уже обычный набор, получил еще одну. Да? И вот за это время, учитывая реферала, я смог вывести 45. То есть мне 7 дней понадобилось. Но опять же, реферал на 500 долларов это много. Теперь давайте просто посчитаем окупаемость. То есть смотрите, у нас машинка вам приносит в день 0,5. Да? Вы тратите 20 долларов на ее покупку. И делим это на 0,5. Получаем 40 дней. Как будто бы окупаемость вашего первого автомобиля 40 дней. Но это не так. Потому что если мы, соответственно, зайдем в Windravel, вам здесь показывают, то, что у вас будет комиссия. Минималка 15, комиссия 10%. Видим, да? И, соответственно, эту цифру в 40, да, нужно еще 10% накопить, чтобы мы полностью отбили свои денежки. То есть 40 дней нам будет мало, потому что 10% от 20 это еще 2 доллара, а соответственно это еще 4 дня. И чтобы нам отбить полностью всю нашу сумму, мы 4 плюс 40, да, и получается 44 дня. Это только с машинками за 20. А машинка, соответственно, за 100, которая, я уверен, скоро появится, я, если что, буду держать в курсе, она уже будет приносить вам больше, потому что стоит она 100, но приносит в день она 3 доллара. И, соответственно, это уже 33 дня. При этом добавляем сюда еще 10, да, долларов, которые нужно, чтобы полностью отбить наши средства, учитывая комиссию за вывод из сервиса. И получается, что чтобы заработать еще 10, нам нужно еще 3 с чем-то дня. То есть, условно, к 3.33 добавляем просто, 3, получаем 3, там, 36 и 3, плюс 1. Условно, 37 дней требуется, чтобы полностью купить машину. В это не учитывается то, что вы можете ее продать на маркете. Но, сами понимаете, на данный момент спрос будет не очень большой. И пирамида у старта. Опять же, повторюсь, ребят, любая пирамида – это риски. Абсолютно любая, даже тот же RollerCoin. Любая пирамида – это всегда риски. Но если потенциально заработок может быть действительно хорошим, и ты понимаешь, что
эту пирамиду будут двигать довольно адекватные люди, шансы того, что ты заработаешь, увеличиваются. Поэтому я сюда и зашел. Хотя я игнорировал многие пирамиды, которые вот мне предлагали на протяжении, наверное, последних полугода, да. Ну и, соответственно, дальше у нас тут ничего интересного нету. Выйти, изменить пароль и Market Records. Это то есть то, что у вас продалось на маркете. Вот, собственно, такая вот тут у нас история. Ребят, думайте сами. Кому интересно, заходите. Соответственно, я буду благодарен тем, кто перейдет по реферальной ссылке, а тем, кто захейтит меня в комментариях, я буду тоже благодарен, потому что хейт — это тоже продвижение. И я понимаю, что здесь можно потерять все деньги. Поэтому я вам говорю и настоятельно рекомендую, если вы заходите в такие проекты, выводите каждую минималку. Как только у вас накопилось на $15, даже если это ровно $15, там с комиссией за вывод в 10% получится 14, выводите. И как только вы отбили все свои деньги, вы можете уже, соответственно, спокойненько дальше, ну, получать профит и быть уверенными, что все достаточно хорошо у вас со всем остальным. Так, и давайте посмотрим, что у нас тут. Ну, кстати, да, пришло. Смотрите, финансирование 40.86. А сколько должно было быть? 45.4 я и вводил. Пришло 40. Ну да, $4 условно. То есть мы просто берем 45.4 и умножаем на 0.1 и получаем, что с меня сняли 4.54. 45.4 минус 4.54, получаем 40.86. Пришло 40.86. Вывод здесь, приход в 21.35, здесь уход в... Так, я там что-то 21.35, это я уже далеко полез, 0.3, 18.21. А здесь у нас было... А, ну тут время это... Не русская, да? Ну, короче, в 17 минут, 17.46 по минутам возьмем, 21.35. То есть понадобилось где-то 4 минуты, чтобы вывод пришел. Как видите, Bybit у нас не фейковый, поэтому да. Всем спасибо, с вами был MaxDay7. Надеюсь, что-то еще интересненькое подвернется.